Губернатор Приморского края Олег Кожемяка и руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова подписали соглашение о сотрудничестве на площадке Петербургского международного экономического форума. Особую значимость для функционирования агентства с единым целеполаганием имеет Приморский край. И мы очень благодарим Олега Николаевича, администрацию Приморского края, за наше долговременное стратегическое партнерство. Стороны договорились о совместной работе в развитии трансплантологии органов и тканей человека, в том числе донорства, развитии научно-исследовательской деятельности в области здравоохранения, подготовки необходимых квалифицированных медицинских кадров. Работа ФМБА, я думаю, что будет расширяться. Мы будем рассматривать совместные проекты подготовки и специалистов, и решение их социальных вопросов, связанных с всевозможными льготами, доплатами, которые мы принимаем по краевому закону. Вот, с тем, чтобы была единая платформа и приема на работу, и каких-то доплат для молодых специалистов, и, конечно, тех необходимых свободных вакансий, которые сегодня нужны нашим лечебным учреждениям, потому что мы не разделяем, скажем, подведомственность тех или иных медицинских учреждений. Все это делается для людей, все это делается для жителей Приморского края. Мы видим, что ФМБА сейчас развернулась в сторону Приморья. Олег Кожемяка назвал подписанное соглашение началом новой эры в работе Федерального медико-биологического агентства России на территории Приморского края. Анна Дьякова, новости на Восьмом.